Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин Горецкий. А сколько вам лет? 28. Вы могли бы рассказать о своих впечатлениях о занятиях? Хочу, да, немножко поделиться. Спасибо вам. К благодарности отношусь. Искал для себя спорт, чтобы он был одновременно и для тела, и одновременно был и духовной практикой, и соединение с энергией. Да, это мега важно. Осознанно подходил к выбору спорта. Сам понимаю, что там по роду своей деятельности больше работаем с логикой, с ментальным центром. Нужно подключать и ресурсы всех центров, эмоционального и физического в том числе. Вот для этого себе искал спорт. Но хотелось как раз-таки спорт на связи тела и духовного искусства. А какие впечатления от занятий детской группы? Ну, опять-таки, решение привести детей тоже осознанное. Мне важно, чтобы мои детки, мужчины, ведущие, получали мужскую модель, их тренировал тренер-мужчина. Именно тренировал, именно мужскую модель я обучал. Мне очень нравится, что там дети пошли заниматься, что им нравится, и что они самостоятельно, что они слушаются тренера, выполняют его задание. Но для меня это мега важно. Ну, впечатления, эмоции там получают. Угу. Ну вот можете провести ассоциацию спорт и оздоровительное кунг-фу? Я могу... Ну, наверное, приведу такой пример, как для меня несколько непривычная форма занятий, да? Однако я понимаю, насколько она целостная, ну, что для меня очень близко. Потому что я сам работаю... я руководитель центра холистического коучинга, где мы человека в коучинге рассматриваем целостно. Рассматриваем его как совместное тело, чувство и ментальный центр. Соответственно, и в спорте для меня также приемлемо, чтобы это было не только там тело и физух, а для меня важно, чтобы это было и тело, и разум, и духовное составляющее. Ну, в этом как раз-таки для меня был осознанный выбор именно такого направления, как кунг-фу. Угу. Понятно, здорово, супер, очень приятно. Спасибо вам за отклик. Спасибо вам. Всего хорошего.